Всем привет, дорогие друзья! Очередное видео про то, как отхалтурить на ремонте, сорвать бабки рукожопыми руками и оставить на себе дизлайк и негативный комментарий. Рад всех вас видеть на своем канале. Значит, отделываем балкон с утеплителем. Ну, я начинаю обычно с полов. Первым делом отбиваю уровень будущего пола и по нему подгоняю уже весь пирог. И чтобы выставить бруски, просто вычитаю толщину линолеума, потом фанеры и самой половой доски. Короче, он вам сейчас все расскажет. Выставил, поставил на пятаки, полистиролом утеплил, щели запенил, чтобы полистирол потом не упал доской, сверху будет фанера. Все. Ну и полы стелить. Фанерка пошла. Раз. Это вас. Немножко брейкдансом, и швы сойдутся. И все. И прикручиваем. Тик. Здесь все равно там стены будут утепляться. Так, что получилось? Фанерку я приклеил. Так, сделал потолки. Потолки опять же у меня на канале есть. Даже два видео, что ли, если не больше. На данный момент, может, еще больше. Поэтому долго останавливаться не буду. Там точно так же все утеплил. Вот так вот. Полы сделал. Начинаю утеплять. Ну, как утеплять? Ну, как попросил хозяева, так и делаем. Нужно будет утеплить эти три стенки. Ну, кроме, соответственно, вот этой белой внутренней. Полистирол двоечком. Между ними реечки. Реечки, они как идут и укрепляющие, и заодно на них будут крепиться непосредственно панели. Вот так вот все будет. Здесь под подоконником у меня всегда профиль. Как он там? ПП, МП, ГБ, ББ, 2,7 на 2,8, 3 на 3. У всех по-разному, кто как изгаляется. Короче, вот такая хрень. И все. Сюда утеплитель, сюда панель пойдет. И будет все аккуратненько. Вот так вот, видите, как красота. Ну, а сюда я куски потом закидаю, какие от полистирола останется. Вместе с пеной их запеню, пропеню, и получится нечто подобное утеплителя. Заодно и куда деть весь мусор вот этот вот такие вот клочками. Его можно, конечно, вот мозаичек складывать вот так вот. А лучше туда он накидать и все запенить. Самый хороший вариант. В общем, вот так вот. Да, свет, кстати, есть. Вот здесь у меня проводка. Сюдым, сюдым, сюдым. Обычно вывожу здесь, здесь уже вот, даже подливали, и вон от выключателя идет сюда. Погнали дальше.
Так, линолеум положил. Ну тут особо что рассказывать. Дальше идем. Панели. На канале много дальше у меня видео всяких про панели. Смотрите. Ну, короче, осталось чуть-чуть. Была задержка на 2 недели. Почему так случилось? Людям я считал панели. Но когда все-таки пришлось сделать, я открыл пачки и увидел, что там у них с рисунками. То есть вот с этими вот всякими. А считал я как? Я не рассчитывал, что на балкон возьмут панели, которые обычно в ванну берут. Да? Соответственно, если кусочек откуда-то отрезается, допустим, оттуда, переворачивается сюда, его нарезать можно здесь, так не проканало. То есть здесь вот идут, например, целиковые. И все. Также и под окном. Здесь планировал, что будет одна панель напополам. Но нет, получается, что она целая, вот этот кусок выкидывается к чертовой матери. Следующий кусок выкидывается. Ну, люди купили такие вот. И пришлось дозаказывать 6 штук. Вот здесь 2. И сюда вот 4. Сейчас вот 2 уже сделал. Так что вот так. Ну, все по обычному стандарту тут. Ничего особенного. Вот наставил панель. Она просто сейчас стоит. Сейчас... Дюбеля сначала просверлю, потом пропеню и дюбеля прикручу уже. Единственное, что может быть я еще... ну, в принципе, рассказывал тоже. Тем же самым уровнем включаем. Вот она линия идет. Может, на камере плохо будет видно. И вот по этой линии так и прыгаем, и дальше идем, и все. Ориентируемся от уровня. Как-то вот так вот получается. Все доделал. Что тут особо рассказывать? Тут может только что полы по-другому были сделаны. Не показывал еще, но теперь увидите, ничего особенного. Так что пишите комментарии. Нравится, не нравится, как так делают. Вообще, какие у вас мысли по этому поводу. А так, как делать откос, будет сейчас вот здесь. Как делать потолок, будет вот здесь. Как делать панели, будет вот тут сейчас. Все, давайте, ребят, пока.